Всем привет! Сегодня мы приготовим нежные ароматные кексы с клубникой. Подписывайтесь на наш канал и, если вам не сложно, поставьте лайк. Сначала мы приготовим крошку, которой будем посыпать кексы. Сливочное масло. Сахар. Растираем. Добавляем муку. Растираем все в крошку. Можно руками. Вот такая крошка должна получиться. Ставим пока в холодильник. Делаем тесто. В яйца добавляем сахар. Взбиваем. Добавляем растопленное сливочное масло. Перемешиваем. Добавляем муку. Разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем. Форму для кексов смазываем растительным маслом и выкладываем тесто. Затем кладем мелко порезанную клубнику. Накрываем тестом. Сверху посыпаем крошкой. Ставим в духовку на 180 градусов. Кексы с клубникой готовы. В духовке были 30 минут. Я желаю всем приятного аппетита и удачного дня. До новых встреч. Пока-пока.